А на заседании Госдумы, пленарном заседании, сегодня в первом чтении приняли правительственный законопроект, который направлен на борьбу с так называемой театральной билетной мафией. После отмены штрафов на возврат у спекулянтов появилась возможность без ущерба для себя сдавать невостребованные билеты. Из-за этого театры, музеи и концертные залы терпят большие убытки. В документе предлагается разрешить продажу билетов только организациям культуры или уполномоченным ими лицам. Причем комиссия посредника не должна превышать 10%. Также предусмотрено введение именных билетов, которые будут действовать только с документами, удостоверяющими личность. За незаконную перепродажу может грозить штраф для частных лиц до 300 тысяч рублей, а для юридических – до миллиона.